Компания «Казавтожол» сообщили об открытии для проезда еще одного участка трассы Караганда-Балхаш от поселка Акбастау до Аксу протяженностью 40 километров. В целом открыто движение на 90 километрах автомобильной дороги по четырем полосам. В компании также сообщили, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения на трассе установлены барьерные ограждения и временные дорожные знаки о разрешенном скоростном режиме и проведении дорожно-строительных работ. Между тем, компания «Казавтожол» продолжает получать критику о затянувшемся строительстве трассы. В народе ее прозвали «дорогой смерти» из-за частых аварий со смертельным исходом.